Из полуподвального помещения он переехал в новый офис. Это произошло после обращения к главе города, который побывал на месте и лично проверил качество проведенных работ. В Анапе, признаются сотрудники, такого военно-учетного стола не было никогда. Сегодня он один из лучших в крае. У нас 4 больших комнаты. Специалисты разместились. Очень удобно здесь. И работать очень хорошо. Здесь есть оборудованный по всем правилам пожарный выход, санузел, все, чтобы комфортно было и специалистам, и посетителям. Еще 2 месяца назад в офисе были только голые стены. Муниципалитет не только передал помещение, но и сделал отличный ремонт. Тепло, уютно, им только надо навести порядок там свой. Коробки выбросить, елку поставить, к Новому году все навести. Шторы повесят, удобный подъезд, есть куда припарковаться. С 26 декабря военно-учетный стол работает по адресу Анапа, улица Рождественская, 57, корпус 3.